Моя новая работа называется «Ловушка». Жизнь – это большое путешествие. У нее есть начало, промежуточный процесс и конец. Для большинства путешествий характерны подводные камни, ловушки так называемые, в которые мы можем угодить. Они всегда невидимые и спрятаны. Многие люди выбираются из них, из ловушки, но многие с ними и живут.